Администрация Сургута сегодня поделилась свежими цифрами по сносу непригодных для жизни строений. В мэрии рассказали, что до конца года разберут 42 дома. 29 на данный момент расселены. Всего до 31 декабря 2022 с карты города исчезнут 18 тысяч аварийных квадратных метров. Сообщили в администрации также, что появится на месте снесенных объектов. Например, в поселках Таежный и Черный мыс планируют развивать индивидуальное жилищное строительство, то есть приоритет частным домам. В микрорайоне номер 19, это зона между улицами Университетская и 30 лет Победы, возведут школу и детский сад. В поселке ПСО 34 построят общественно-деловой центр.